Всем привет! В России и в мире бушует коронавирус, а у нас вот такая вот милая деталька пришла. Все удовольствие, там практически 500 рублей, но теперь зато у нас есть оригинальное крепление аккумулятора на рыжевый, и нам можно будет снять аккуратненько эту трещотку. Для чего мы с вами открываем капот? Тяжеловато. Все, стоишь? Стой. Мне просто один раз один автомобиль так укусил. Я там что-то делала, я не помню, что делала в мистериках. Мне по хребту, короче, как ёбнется им капотом. Было больно. Ну вот у нас, никуда не делась наша трещоточка милая. Пожалуйста. Только как ее растрещочивать, я уже не помню. По-моему, до конца надо. И вот эту надо как-то... Сейчас. Мне Слава тут пытается подсказать. Шериф, как это делать? Ну? И что, и все? Ну, нихуя. Ну, в общем, так быстро у нас это не получится. Как это растрещотить? Ну, надо ее сложить полностью, понимаете? Так она полностью, да, не сложится, отец. Да, вот такая ситуация, что... О-оу. Ты что делаешь-то? Ты что делаешь, ебачок? Слушай, жалко, это не какой-то... Ебаный трещотка. Короче, Слава мне, как всегда, все сделал за меня. Когда у нас не получится выдернуть, надо аккумулятор придержать. Да вот еще нахуй. Не могу. Снимай. Не-не, вот от себя вверх. Так, да, ладно, я сниму. Извините, ребята, что получается. Я что-то не могу, и всю мою проблему решает кто? Вячеслава Игоревича. Нет, не получится. В общем, сейчас, секунду. Сейчас мы снимем, и вам, короче, сняли мы ту херню, которую, это, кто на там монтажная трещотка. Ставим. Да, малыш наш на месте, да, обязательно давно надо все перепробовать, перепроверить. Теперь мы ставим вот с помощью вот этой оригинальной резиночки, вот такой, вот такого ржавого болта с шаёбочкой, мы ставим это крепление, только с какой стороны, по-моему, с этой. Вроде да. Ну, тоже так кажется, что да. Нет, не с этой. Как не с этой? Вот с этой. А вот откуда, да, подвижим, перепроверим. Да, вот она. Ох ты ж. Да. Ну так вот. Все в онлайне, все в онлайне, ребята. Мы не примерялись, мы приехали. Да. С работы на почту заехали. У нас аккумулятор не такой большой был, да? Раньше. Поэтому, ну, все походу, на площадке, да, умещалось. Мне кажется, у нас ничего не получится. Айфон сказал до свидания, поэтому у нас так вот резко прервалось видео и так вот внезапно возобновилось немножко с другим качеством. Слава пытается болтом начать дырку, как бы это смешно не звучало. Да. Ну, Слава ее нащупал. Теперь надо, чтобы Гузеля Ринатовна пошла. Маленькими пальчиками своими. Нет, взяла инструмент. А где он у нас лежит? В багажнике. Ух ты. Кабачка. И прикрутила. А
зимой здесь ездили целых две лопаты, которые нам в этот раз не пригодились. Я намеренно не показываю багажник, потому что там столько хлама. О, там все в норме. Так, возьми, пожалуйста, ключ. Прекрасно. Я вам показываю эту прекрасную косметичку, которую мне подарил Слава. Эта прекрасная косметичка принадлежит Форсу. Так, надо как-то устойчиво положить ее и начать примеряться. Тебе нужно два удлинителя. Нет, это не надо. Тебе нужна трещотка и два удлинителя. Так, трещотку мне, наверное, не надо. Надо. Почему? Потому что. Трещотка, ладно. Такой ты предлагаешь удлинитель? Да, еще один маленький. Его берут с другой стороны. Так. И какой-нибудь сюда мистер головка, да? А, ну я думаю, самая большая пока, наверное. Попробуй. Да нет. Да, да. По крайней мере, надо попробовать. А как ты определяешь вот это положение? Никак. Ну, в руке она когда. Сиди мне сюда, пожалуйста, каким-нибудь образом. Ну, вот у нас наша любимая Мишка крутит гайку в рыбу. Главное, когда мне уже все сделали, все за меня подготовили, чтобы одну единственную не прикрутить. На самом деле удивительно, что одна небольшая скромненькая резиночка справляется с такой задачей. Держит целый аккумулятор. И это целое, мать его, оригинальное крепление. Смотри, так чуть-чуть, на шаг меньше стал. Ты можешь подальше за ручку уже взять, что-то. Как это бывает всегда неожиданно, вот этот вот мистер нас подвел и стал просто бесполезной пластмасской с кучей железок и со стеклышком, с миленьким. В общем, мы смонтировали вот эту резиновую часть, уже закрепили болт. Ну, второй раз не имеет смысла снимать это для видео, чтобы там показать как-то. Там достаточно все просто. Резинка стыкуется с отверстием и закрепляется болтом. Ну и, соответственно, с помощью трещотки очень длинного удлинителя. Поэтому вот так у нас все замечательно получилось. Здесь мы чуть-чуть покоцали бачок. Я думаю, что каприз это переживет. Вот так. Ну что, собираем инструменты? Ну да, что нам еще делать-то остается? А что у нас тут все собрано? Мы использовали трещотку, вот эту головку, вот этот удлинитель и маленький удлинитель. Эй, слушай, что такое капризный вороток? А не хочет лежать, хочет крути, верти, мерик. Что-нибудь мне делай, да? А, нет, надо вот так. Не защелкнуться. Фак. Собрали мы достаточно быстро инструмент. Теперь вот этот вот надо... Она из двух частей состоит, эта штука. Быстро смотать. Положить в багажник и все. Пока ты сейчас будешь снимать, пока я это все сматываю, опять закончится видео. Поэтому, ребята, я пока сматываю. Я вам желаю хорошего вечера, приятного просмотра. Спасибо, что остаетесь с нами. Пишите ваши комментарии.
ставите лайки, я правда стараюсь. Я же ни разу не автомеханик. И, кстати, скажите, как вам видео? Может быть, выпускать почаще, но по такие более короткие? Ну да, маленькие, коротенькие. Кстати, на следующей неделе вас ждет прям очень крутой лайфхак для ретроводов. До нового сезона. Да, и это прям к началу сезона очень прикольная штука. И, кстати, что характерно, достаточно бюджетная. Вот, я это все смотала. Сейчас вот так продену. Еще, блин, холодно всем что-то. Вот так оно пойдет в багажник. Уж прям трясти, начинает от холода. Все. Мы вас любим. До новых встреч. Пока.